Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, наконец-то с помощью Всевышнего оздоровительный центр Natural Clinic готов к принятию первых гостей. Несмотря на месяц Рамадан, мы сделали все возможное для того, чтобы наши гости в стенах этого центра чувствовали себя как у себя дома и были окружены вниманием и заботой. Задают вопросы, для кого предназначена программа нашего оздоровительного центра. Программа нашего оздоровительного центра предназначена для широких масс, а в частности для людей, которые страдают метаболическими проблемами, нарушениями метаболизма, для тех людей, которые страдают сахарным диабетом первого и второго типа, для людей, которые страдают ожирением, а также для любого человека, который хочет укрепить свое здоровье, ибо программа этого оздоровительного центра включает в себя эффективные программы антистарения. Для наших гостей здесь долгое время работали нутрициологи, диетологи, подбирая лучшие блюда, которые имеют максимальную пищевую ценность и необходимую калорийность при этом. Здесь подготовлены для вас комфортабельные номера. В общем, деятельность этого оздоровительного центра можно разделить на три направления. Первое направление – это здоровое питание и знание о здоровом питании. И это направление включает в себя привитие здоровых привычек в пищевом поведении, раз. Привитие привычки интервального питания, которое является очень важным фактором и рычагом оздоровления нашего организма. Также эта программа, это направление в себя включает введение нашего организма в режим жиросжигания. То есть человек может ежедневно испытывать чувство голода и при этом ежедневно питаться полноценно количеством калорий, которые требует его тело. И, естественно, это направление в себя включает мастер-классы, изучение различных продуктов, из которых можно готовить блюда таким образом, чтобы эта еда насыщала наш организм, чтобы эта еда была вкусной и полезной. И второе, остальные другие направления, они своего рода являются триггерами для вот этого главного направления. Второе направление – это лечебная физкультура, которая включает в себя комплекс каких-то упражнений, телодвижений, начиная с обычной ходьбы, которую будет вести специалист по лечебной физкультуре, который обладает уникальным методом физического оздоровления организма посредством легких, нетяжелых и не требующих снарядов каких-то физкультурных такой вот методикой. И другое направление – это процедуры, которые в себя включают ежедневные, то есть распоряжение всех наших гостей в любое время суток, то есть в течение всего дня будет спа-центр, в котором можно также получить массажи, получить сеансы хамама, сауны там, и так далее. И не менее важное, то есть все то, что, хоть я в заключении об этом говорю, даже можно было бы, наверное, это направление данного оздоровительного центра поставить во главу, это знание. То есть у нас будет прекрасное помещение, в котором оборудованное помещение для прослушивания лекций, для проведения встреч с различными
врачами, специалистами, которые будут рассказывать, ознакомливать каждого нашего гостя о самом необходимом, о нашем организме, о правилах питания. То есть эта путевка включает в себя коучинг всех тех вот тем, которые связаны с оздоровлением нашего организма. Правила кетогенной диеты, правила голодания, а также функции наших органов и так далее. То есть эти лекции будут проходить в такой приятной атмосфере за чашечкой чая, в форме беседы. И, а также данный оздоровительный центр обеспечит посещением любых специалистов, которые приедут в этот оздоровительный центр, для того, чтобы предоставить консультацию любому нашему посетителю по тем или иным проблемам его организма. Также, естественно, по желанию любого нашего посетителя, данный оздоровительный центр может обеспечить и лабораторные услуги, которые будут привлечены из других клиник. Потому что данное учреждение не является медицинским учреждением. Данное учреждение носит профиль оздоровительного характера, спортивно-оздоровительного характера, где можно будет отдохнуть с пользой для своего здоровья и для души. Дорогие братья и сестры, месяц Рамадан дает нам очередной шанс в жизни очистить нашу душу и оздоровить наше тело. И именно пост является основной программой пребывания в течение месяца Рамадан в этом оздоровительном центре. Потому что пост, состояние поста целиком и полностью соответствует концепции данного оздоровительного центра. И здесь будут очень вкусные ифтары, питательные сухуры. У посетителей в этот месяц будет возможность получить полезные знания не только о здоровье, но и о религии. И уже открыто объявлена предзапись на набор в месяц Рамадан. Я думаю, что этот шанс уникальный, потому что после того, как начнется разгар туристического сезона, боюсь, многие не успеют записаться, поэтому я предлагаю заранее записываться, звонить по контактному номеру, который будет прикреплен в описании этого ролика. Дорогие братья и сестры, желаю всем крепкого здоровья. Желаю с пользой провести остатки дней священного месяца Рамадан. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.